стоит Анечка Индиго в отряде следопытов. Мы с Индиго начали играть в новую игру. Буквально пару недель назад вышла игра The Front. Чем-то похожая на Rust и Scum. Ну и на прочие выживалки, которые мы вместе с Индиго играем уже больше 3 лет. Так вот, решили мы с ней начать играть в эту игру The Front. Вот такая вот огромная карта, как вы видите. Тут снежный биом, лес, горы, пустыня, луга, леса. В общем, большой такой вот регион. Быстренько пройдусь по вкладкам. Вот он, персонаж мой. Уже бегаем, тут кое-что пособирали. Изготовление — это окно крафта, окно технологий. Вот это все надо будет разблокировать с поднятием уровня. Здесь уровень, и от этого уровня зависит то, что ты сможешь разблокировать и создавать. Таланты пока здесь не разбирался. Кстати, тоже надо будет поразбираться в талантах. Выживание, дух, бой, вождение. Ну, это чем-то напоминает скам. Задания автоматически выдаются, уже кучу всего выдали. Так, это наш отряд. Это карта. Это вкладка почта. Письма тут приходят. Помощь есть. Во. Есть помощь. Так, где мясо-то надо? Мне тоже есть. Жареное мясо? Да. Слушай, а у него таймер тикает. Это в как в этом, в Myth Empires? Наверное. Смотри, что я тебе могу дать. Подожди, а как его? Ты мясо взял покушать? Подожди, да. Иди, смотри, что я тебе дал. Что? Это что такое? Ты посмотри. Помидорка. Кусай помидорку. Спасибо. Слушай, тут семена выпадают, значит, можно... Да, растения, да, насажать, наверное. У меня тоже семена есть. Так, мяско скушал. У меня сахарный тростник, семечки, потом одуванчик и папоротник, и все. Слушай, ну тут вышли всякие задания. Интересно, а костер погаснет, когда это готовится все кушать? Посмотришь. С местом-то что? Ну вот тут на этом островке пока что ли будет? Может, по берегу еще пробежаться? В мусорном баке растительная слизь и песок. Надо определиться с местом, где мы с тобой будем обитать. Потому что тут уже вышли задания построить прибежище, установить флаг. Нет, костер не погас. Его надо затухать его надо. Ну, это как в Myth Empires. Где будем строиться? Герман, ну вот эта же полянка хорошая. Ну здесь будем строиться. Ну да, почему нет? Я просто хорошая боюсь, полянка. Что там она такая маленькая, хватит ли нам там места? Да хватит. Потому что я посмотрел, вон у игрока там столько всяких построек, какие-то там у него завод. Ну, тут смотри, вот тут... Ой, а там что? Я хотела на камушек, на горку залезть.
На камушек построить. А там кто-то работает? Там мобы, которые будут тебя атаковать. 29 уровней. Да. Я пока не готова к такому. Слушай, я нашел вот на другой стороне, по мосту, если ты перейдешь. Островок. Где? Да, правда, тут игрок валяется. Ну и что? Ну я иду к тебе. Так, я сейчас посмотрю, а тут можно ставить фундамент на воде, чтобы сделать здесь вот такой вот мостик, например? Наверное, да. Я думаю, так. Так, где тут вообще постройки-то? Строение. Вот, деревянный фундамент. Открываем. У меня 5-й уровень пока только. Деревянная стена. Деревянный пол. Деревянная дверь. Слушай, хорошо, очки не тратятся. Деревянная коробка. Так, деревянный фундамент, деревянный фундамент. Так. 5 штук сделаю. Сейчас посмотрю, если фундамент вот сюда можно поставить, то вот на этом островке было бы неплохо. Тут, по крайней мере, места больше, чем вот там. Только вот плохо, что игрок тут валяется. Ну и кто? Кай спит? А, нет, он на воде не ставится. Подожди, ну не, должно же как-то через воду ставиться. Блин, а почему не ставится-то? Ну и что, что вода? Под водой же вон. Я должен ставиться на воде, мне кажется. Так не ставится, красным горит. В том-то и дело. Ну, хорошенькое местечко нашел. Да, но не ставится фундамент. Здесь, На вот сюда. А может быть вначале надо так. Ну вот на, возьми. Сейчас. Я кинул тебе. Это что? Фундамент. Фундамент. Надо вот у игроков посмотреть было. А чё, а как? А его можно же и поднимать, и опускать, да? Так он на воду почему-то не ставится. Даже вот на берегу тут тоже не ставится, ему надо. Нет, вот тут у меня, вот тут прямо на берегу ставится. Так а мостик-то мы сможем построить, чтобы не по воде плавать? Ну, наверное, я думаю, да. Ну, мне кажется, надо сначала вот с этой, вот с этой высокой точки начинать. Да. И потом туда вести. Я просто боюсь, что мы вот так до берега доведем. Ну, можно попробовать, Керна. Надо вот отсюда с верхней точки делать. Ложить его, нет?
Да? У тебя, кстати, задание есть там фундамент разместить. Вот как. Окей. Ну ладно, если что, потом переедем. В Расте-то можно через воду было все ставить, а тут не знаю. Может, какие-то навесные там мосты, я не знаю. Ой, тут железо есть. Ну хорошо. Так. А где ты взял это, чтобы фундамент делать? Строение, да? Да, там окно технологии открой, там все поизучай. Деревянная стена. Ну, будет неправильным, если через реки нельзя ставить мосты. Усиление защиты. Изготовить модуль какой-то. Заданий повылазило у меня куча. А это что такое? Куда-то я пришел. Ой. Шахта тут. И уже стреляют. Ну, весело. Ой, сколько там этих мобов работает. Ой, уже стреляют, я убегаю. Ну чё, вот на этом островке будем пока? Он тебе нравится, островок? Да, неплохое место. Ну, ты, как всегда, находишь хорошее место. Ой, текущая корзина. Кто-то тут и поставил, а оно портится. А почему это желтая, а это красная? Ну, потому что она еще только я ее поставила. А вот тут игрок валяется, он нам не помешает? Да нет, пускай спит. Ой, Аня, доставай лук. В смысле? Да идет этот балбес, который в меня стрелял, он нас сейчас грохнет. Блин, у меня оружия нету. Или убегать надо от него. А, у меня нету этой... Мне надо это... Блин, копье. Блин, сейчас. Где копье? Копье. Блин, топором его что ли зарубить? Сюда придешься. Ой. На, Васька. На. Ой, как у него мало урона. Он с пистолетом. Он в тебя стрелял, пока я его сзади по башке лупил. А я его луком лупила. А он по тебе попал хоть? Конечно. Пол жизни мне снял. Что у него, шкура? Грибочки, шкура. Забери. Грибочки собрала. Ой, а что, хорошая тактика. Пока он тебя стреляет, я его сзади топором лублю. Да, ведь... Вот ты любимушку подставляешь, да? Восстановись от стики. Ну он что, в тебе попал, что ли? Ну, конечно. Ну, полечись, а чем лечиться? Бинты есть? Нет, она, я только сделала, чтобы это бинты сейчас мне надо изготовить. Где бинтики, я изучила. А вот базовые. Или ты что? Стол. Бинтики. Мне надо сначала скотч какой-то сделать. А где скотч мне делать? Скотч. А где его выучить? Простой ремесленный стол. Вот в нем, наверное, будет делать. Понятно. Так, ну ладно, давай, я тогда займусь рубкой, выложим здесь фундамент, площадку сделаю, поставим коробочки, спальники надо сюда перенести, флаг потом я воткну посередине. А ты зачем это деревья так обставляешь? Их надо рубать.
Ну этого не надо, наверное, рубать, пускай тут. Зачем? Тут наш дом будет. Ну и дерево у нас будет. Не внутри дома? Ну да. А ты в эту сторону тоже веди. Ты что только куда? В одну сторону? Куда? Ну вот, туда вот. Ну да, сейчас подожди. Так а что такой огромный ты уже делаешь? Так я хочу посмотреть, я до воды доведу. А тут дальше не идет. Слушай, тут дальше не идет. Почему-то. Вот именно. Так, вот там все уже дальше не идет. Вот тут только могу сделать. Да, странно. Ну, наверное, пока хватит. Так, флаг. Стол для ремесел. Костёр. Так. Слушай, а территория-то не такая уже большая. Которую флаг. Он даже весь остров не захватит. Может, его потом можно будет расширять? Да. Остров. А куда флаг ставить? Смотри. А, он на фундаменты не ставится, его только на землю. Слушай, а чё, как, куда флаг-то ставить? Посередине тут дырку сделать и вот поставить флаг? Не почему, возле этого что, не ставится вот здесь? Да, ну тогда он не захватит вот ту сторону. Ну, я не знаю, Керн. Так, пока так. О, попал. Я его подранила уже сильно, стреляю. Вижу. Опять побежал. Тут лук, конечно, как-то странно. Так, а его же надо разделывать ножом. Ножом, да, у тебя там есть, ты можешь нож выучить еще. Или топором можешь его разделать. Ну, ножом, наверное, лучше, каменный нож. Каменный нож делаем. Так, 4. Шкура, кость, мясо. Да. Был. Молодец. Так. Ну ладно, я побежал туда, к дому. Там дерево буду рубать. Ну я тебе тоже дерево рубаю. А ты тут бегаешь, может тебе попадется железная руда. Тут она должна быть где-то. Вот где мы с тобой бегаем. Здесь должна быть железная руда. А я ее уже пособирала тут. А. Какую я видела, я всю пособирала. Так, еще одного зверя вижу, кто там. Кабан. Давай, добывай мясо, шкуры.
О, тут много кабанов. Раз, два, три, четыре. Ой, тут целая поляна кабанов. Да ты Слушай, что, где ты там? Я а у прям тебя так. лопата есть? Тут какая-то такая куча интересная. А ну-ка, сейчас, где ты? Так, иду к тебе. У меня лопаты нет. Я вижу тебя, да? У меня есть лопата. Так ты тоже же можешь лопату сейчас сделать. Нет, я ее, видимо, не изучил. Сырая нефть я какую-то копаю. Ладно, я не знаю, где лопата. Вот сюда ко мне приди, тут какая-то куча стоит. Иду, бегу к тебе. Вот это что за такая за куча? Это сырая нефть. Да? Да. А на карте интерактивной тут нету нефти. Сырая нефть. Молодец. Надо мне. Ну я потом посмотрю, где эти лопаты делают. Что-то какой-то жирный, 30 уровень. Готов. Добывать. Ты думай. Ну, и с него сколько мяса у меня. Хорошо. 26 кусков уже. Хорошо. Ну пошли. Я стрелой, а ты копьем. Этот убегает, а нет. Вон на скалу залезь, он может тебя не достанет. Надо железные сделать инструменты, там, наверное, будет. Он и так до меня не доставал. Создать еду. Изготовить модуль снаряжения. Тридцать восемь мяса уже. Хорошо. Нет, нет, нет. Так, ну пошли, я пойду домой. Строиться будем. Печки надо поставить. Вот это, наверное, железная руда. Да. Потом посмотреть эти, выращивать овощи семена. Тоже может мы уже можем грядки делать. О, помидор. Помидорки. Ты что, и помидор серпом добыл? Да, потому что больше. Добывается больше сырку. Сейчас если печки поставим, железо есть, руду переплавим, и мы уже железные инструменты сделаем, а там они будут гораздо лучше каменных. Эфирный осколок я какой-то нашел. Так, мне пить надо быстренько. А есть надо тебе? Есть у меня кушать. Изготовить мясо барбекю. Тебе лопату. Да Тебе лопату дать? нет, пока не надо. Ну, мне же, наверное, ее надо и самому тоже сделать. Ну да.
Я потом найду, я ее там просто не нашел, где она вот там изучается. Ну, она, конечно, не совсем похожа на лопату. Вот поэтому, наверное, я ее и не нашел. Приготовьте мясо. Мясо. Активировать. Жареное мясо. Готовил? Да. Там выбираешь мясо, выбираешь термин. Да. Я все мясо положил в костер. Хорошо. Так. Создайте что, деревянную стену? Деревянную стену, деревянное окно. Сейчас я вот это создам, чтобы у меня эти в правом углу все это убиралось. Квесты эти справа висят, чтобы они убрались.